Илья Фуфырин, спасибо большое за донат. С текстом «Небольшая политперчинка». Відчуття, що всі... Ой. Це відчуття, що всі ебнулися. Дело в том, что мы ебнутая страна. Кроме того, у нас как бы ебнутая коллективно бессознательная. Вот среднеукраинец, если возможно вообще в таких категориях рассуждать, это идеальная жертва информационно-семантической войны. Разорваны все связи в мозгу, внушаем. То есть у него вместо мозга идеальный газ. Вот крайне поучительное зрелище, я бы сказал. Ну, это кремлеботам на радость, но, честно говоря, мне кажется, что вся эта телега ровно так же прекрасно относится и к... Блять. И к России точно так же относится. Насчет того, что идеальный газ, в который можно, типа, любую хуйню вписывать. Ну, типа, два братских ебанутых народа. Я говорю как представитель одновременно и того, и другого. Немножко по-разному ебанутые, но все же.